Перед нами слива, которая была привита ранней весной. Здесь было сделано порядка 7 прививок в разных местах. Про одну из них я вам сейчас расскажу. Вот это место прививки, вот номер 2, но оно у меня обозначено. И что тут у нас получается? Ну, вот так вот. Листья развиты не очень в других местах. То есть правый черенок, видно, вообще погибнет. Левый, возможно, выживет. Но посмотрим, что дальше с этого будет. Если вам интересно, что будет получаться в дальнейшем с этого, с этой прививки, подписывайтесь на канал и смотрите обновление видео. Если вам видео было интересно, ставьте лайки. До новых встреч!